Ложи пока не блещут, партеры кресла не кипят, но актеры уже на сцене. Пермские труппы начали репетировать в рамках офлайн-режима. Это очередное послабление ограничительных мер в регионе. Возможности вернуться к работе в театрах ждали с нетерпением. Готовят и громкие премьеры. Татьяна Овсянникова продолжит. Чума, молва, беда, и ты могла ответить нет, но ты сказала да. Уникальные кадры. Актер театра Альберт Макаров репетирует вокальную часть новой роли. В премьерной постановке «Антигона» он воплотит образ императора. Музыка очень сложная. На самом деле мы с такой музыкой не встречались давно. Лично для меня она математическая. Я вот с математикой не дружу. Там мне приходится в себя влюблять. Ну, вернее, я влюбился в эту музыку, но вот постигать вот эту математику музыкальную. Вот. А самое главное, как сыграть правителя, императора. «Антигона» – это опера для драматических артистов. Проект для театра даже с его богатой практикой постановки мюзиков непростой не только из-за уникального формата. Премьера должна была состояться еще 25 апреля, но пандемия и самоизоляция внесли коррективы в афишу и уже начавшийся репетиционный процесс. 2,5 месяца мы занимались дистанционно, мы разучивали голоса и вокальные партии по интернету, но это все равно не... То есть, конечно, есть какая-то там практическая польза, но все-таки в той постановке, которой мы сейчас занимаемся, в «Антигоне» много крупных массовых сцен. И вот это была проблема, как сделать так, чтобы продолжать их разучивать. После снятия ограничений возобновить массовые репетиции в полной мере пока не удалось. Из-за санитарных требований солисты оттачивают партии небольшими группами по 3-4 человека. Разбиться на части пришлось и балетной труппе театра. Танцоры репетируют по 6 человек, пока повторяют старый материал и восстанавливают форму. Для артистов балета то, что мы просидели 2,5 месяца, даже в домашних условиях, даже то, что нам разрешили уже в парках и скверах бегать, по крайней мере, как-то это все, конечно, очень сложно. Поэтому сейчас мы входим в форму, у нас уроки в основном, репетиции нашего старого репертуара. И думаю, что в ближайшем, буквально в ближайшем времени мы начнем работать, продолжать постановочные репетиции. Подготовку к премьере «Антигоны» практически завершили в декорационном цехе. Основная уже декорация вся сделана. Вот две стены, там окна, двери. Ну, остались небольшие недоделки, так сказать, декорирование там. Приступить к репетициям «Антигоны» на большой сцене в ТТ планируют 1 июля. Премьера спектакля откроет новый театральный сезон, когда это станет возможным. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.